Пизда, помада, блядь. Бля, ты сейчас сделаешь какую-то, бля, просто грязную... Не, помада не буду. Валютная женщина. Броски, блин, стиль одежды. Слышишь, настраивать, блядь, персонаж? Смотри, охуенный красный пиджак, блядь, что? Черная шляпа. Подожди, подожди. Тихо, блядь, стрим его, стрим настроек. Стрим настроек. Посмотри, блядь. Да погоди ты, ебать. Что это за хуйня? Это когда приехал из Техаса в 94-й год. Ебать. Серьезно, делай малиновый пиджак, что за хуйня? Ща бы... Блять, ни пули непробиваемые стекла, я ебу вообще. На, блядь, говно. Мужики, бля, слышь, что надо что-то делать, чтобы заинвайтиться, типа, на один тот же сервак. Сейчас я... Я моё, блядь. Говорю, вам нужно заново пройти обучение, я пошла уверен. Нахуй. И этого инвайтиться. Как его пройти, там недоступно. Чё за хуйня, блядь? Ой, блядь. Ну и... О! Блять, что за хуйня? Попахивает возвратом средств, походу, блядь. Ебать ты, конечно, это самое. Че за хуйня просто? Ты хуйня какая-то, пиздец. Ну че, угнал кого-то тачку, надо от полиции. Это, слышь, Шорт, а сейчас... Фил, объясни мне, он сейчас обучение проходит или что? Блять, что происходит? Да он просто, бля, катается чисто по городу, блядь, хоть вынимается. Там есть, нет, там есть какая-то точка, типа, что-то там надо ой, делать. Ой, блядь. Да мне тут от полиции нужно уйти, говорят. Слушаю. Ебать, слушаю. Реализм, кста. При столкновении есть. Мне сказали Q-радио F-интро. Конченый урод, блядь. А я повелся. Я повелся, блядь. Уроды, блядь. Ну что, ты там долго еще или что? Мне уроды сказали, что F это интро, я из машины выпал, блядь. Вот туда вот, блядь. Ой, конченый, блядь. Просто, типа, поняли? Прочитал, сразу сделал, даже не подумал. Помочь? Да не, нормально, сейчас справлюсь. Я просто не думал, что они агрессивные тут такие, блядь. Так, мужчины, артиллерия подъехала. Ебать, что это? Что это, блядь? Что это такое? Кинь-то я в онлайне. Кто-нибудь сядьте ко мне. Ебать. Что это, блядь, было сейчас? Артиллерия! Ой, боже, блядь. Дайте приглас, бля, мужики, ну пиздец, что, ну, бля, происходит здесь, пизда? Приехал, блядь, Шурик. Да, блядь! Говно. Бомбалка, ты меня добавил в друзья, да? Нет. Блядь, здесь какой-то, блядь, значит, тип меня добавил другой. А можно как-то пробить эту хуйню, нет? Ну, приглас. Ебать, самолет. Это твой самолет? Не. Блять! 4 звезды, как, слышь? Как вы, как с машины, типа, у меня ничего нету, смотри. У меня тоже ничего нет. Пизда мне, походу. Мы в мотоклубе одном. А, да, потому что он в клуб не вступил. Ага. Мужчина, я, конечно, все понимаю. Я тебя прикрою, но это возможно... А как полететь? Как полететь? Как полететь? Не помню. Ебать! Поехал просто. Пизда мне, блядь. Ну он не взлетает, блядь. Он не взлетает. Говно, блядь. Оно не летело нихуя совсем. Что это? Бля, у меня же деньги тратятся, наверное, пока я умираю, да? Ну, возможно. А, банк 13 тысяч. Это с квеста, наверное, остались нормально в банке 13 тысяч. А типа, если я умираю, они не тратятся, да? По идее, нет. Если в банке лежат. Нормально.
Так, а тут где-то машину можно взять, нет? Да, блядь, ты можешь быстрее идти, черт. Ебать, лицом об скалу проскользил, это больно. Ну ладно. Я человек-кошка, у меня 9 жизней. Так, а крестик на карте черный, это что значит? Смерть, да? Или что, мужчины? А мужчины? Не знаю. Я в GTA больше года, наверное, не играл. Да, блядь. Ну все равно же, типа, все осталось, наверное, как было, не? Да, плохо для новичка. Короче, вторая изи гонка для меня. А? Вторая изи гонка для меня. Чего? Блин. Не слышно, реально. Ебать! Ебать! Ебать, что я сейчас не укачает реально от этого самолета. Ты от меня на по чекпоинтам на минуту отстаешь. Че, ай, блядь! Ебать! Блять, куда я полетел, о, пизда? Я только первый круг завершил. Придется камбэкаться, ебать. Понял. Немного перебрал. На машине Е можно. Или нет? Чего? Непрофессионально, Александр. Не, ну я первый раз в этот режим вообще играю. Ну, ебать, а я что, не первый раз? 100 часов, блядь, GTA я первый раз играю в гонки. Ну так я же играю в ограбление. В гонки я вообще не играл. Смотри, шаверма, назад посмотри, я тебя уже вижу. 9 секунд, слышишь, что ты, блядь, выебываешь? 9. А было 20 так-то, еще круг. Было 20, но я... Слушаю! Так же, как ты, когда меня пропустил. Так-то круг уже скоро заканчивается, второй. Ну, сейчас второй заканчивается. Подожди, всего два их? Всего два круга. А, бля, я думал три. А, ну если было бы три. А нахуй ты поставил два-то, ебать? А, ну если было бы три, я бы точно догнал. Да. Так нет, слышишь, два ты просто физически не можешь догнать, ну. Так не делай ошибок, Лол, ищи ошибки. Так я ошибся, когда начал за тобой следить. Говно, блядь. Говно. Это тебе не картонки кидать, блядь. Ну, блядь. Не, ну слышите, я вот вижу его уже, но я просто не успею догнать. Бля, я вижу ломалку и чего? Ну, ты до ломалки далеко. Ну, и что? Ебать, опять ошибся. Да меня Шурик минута. Блядь, Шурик 52 секунды, нахуй, как это развидеть? Блядь, shift два раза, shift, блядь, Windows. Поняли, да? Типа, да, вылетел. Плачь окно, пизда. Я бы сейчас сгорел, если я бы из-за этого проиграл. Так это, слышь, Шурик там, наверное, на инвалидной коляске едет. И то без колес, блядь, коляска без колес. Летит на... Диаболик, я объясняю, типа, я пропустил чекпоинт, и вместо того, чтобы F нажать, типа, рестартануть... В обратную сторону было, да. Секунд 20, наверное, в обратную сторону, пока эти все ехали вперед. Шаверма, 4 секунды, смотри. Бля, ну ты охуел, блядь! Ломалка, ну что это за хуйня, ебать? Бля! Да, блядь, я не буду, блядь, играть. Да, блядь, да черт, блядь. Да что это за хуйня? Я думал, он далеко. Да, блядь, что это за хуйня? Ой, блядь, идите нахуй, я не буду так играть. Блядь, что там у вас такое произошло? Да, блядь, черт, ломалка взял, блядь, на мою встречу поехал и меня стопнул. Я думал, типа, что он прозрачный, он не может стопать. Блядь, взял, стопнул, блядь, просто, блядь, черт, блядь, ебать. Я думал, он далеко. Ой, блядь, идите в пизду, блядь. Вот я вот этот вот. Идите, блядь, нахуй, сами играйте. Ху, глотай пыль, ебать. Ой, блядь, иди, ты вообще иди нахуй, блядь. Глотай пыль, ебать. Давайте еще раз, сука. Я не буду играть. Идите, блядь, сами играйте. Ху. Сумо пойдем. Ху. Глотнул пыль. Отличная победа, ебать. Отличная победа, бля, братик. Отличная, бля, чистая победа. Как же он горит, как же он горит. Да он, блядь, конченый, блядь.
Неси, минус 600, минус 600! Сюда, блядь. Ломалка, половину выигрыша тебе. Мужчины, фокус вот на этого, если что, вот на этого фокус. Фокус, блин, на молодого зеленого. Блядь! Я ты видишь! Ну ты, блин, дурак, это пиздец. Ебем зеленого, слышите, мужчины? Иди нахуй. Бля, в побойку, блядь! Да, блядь, ломалка, иди нахуй! Бля, Шурик, ты охуел, блядь? Иди, блядь, здоровый, блядь, дальше. Шурик, блядь. Шурику эта машина подходит, чисто Шурик, ебать. Шурик едет в та. Мне так кажется, блядь, на этой же, блядь, этой тачке был и в прошлой. А кто взорвался? Я взорвался. Шурик, походу. А, ломалка. Напишется. Бля, Шурик тупо ездит по кругу, ебать. Шурик, тут, блядь, другое надо делать, бля, Шурик. Бля, почему ты за Геральта из Риви играешь, блядь? У тебя герой, блядь, этот ведьмак. Это я. Ну хуя тебе герой, ведьмак тебе, блядь. Да блядь. Неплохой мув, да? Да, бля, хуя. Бля, Шурик чисто реально под пёс, блядь. Сидит там сзади, блядь, и хуярят. Ой, бля. Бля, Шурик, пизда тебе, братик, бля. Да блядь! А как вы сдохли? А, я вы вдвоем сдохли, я понял. Типа я его походу туда забрал и себя. Либо Шурик сам туда уехал. Ай, бля, говно. Я его забрал. Влад, тут надо типа наоборот, что ты ездишь по кругу? Тут наоборот самый прикол, когда так это... нужно разгоняться, понимаешь? Выталкивать. Разгоняться ты нужно. Ты можешь, бля, хуяришь, бля, три круга. Ну разгоняться нужно. Я иду пушить Шурика, ты, бля, все там катаешься, ебать, кругами. Бля, тут музыка прикольная играет, нравится. Радио охуенное. Терпеть, бля! Да это, блядь, не меня! Толкай его, блядь! Да его толкай! Чего делать? Толкай! Толкай! Да он... Говно! Побойку, бля! Не повезло, чуть Шурик ебать. Я буду тебя ждать. Фокус у Шурика, он ли? Только Шурик. Блять. О, нихуя подрезать. Сука, ебать! Не, ну это мув, это очень классный мув был. Ну это прям красиво было, согласен. Это прям меня развели как ложка. Да, блядь, слышь, Шурик, ты чё меня фокусишь, блядь, чёрт, блядь. Он сказал фокус у Шурика. Бля, ну слышь, типа, вообще не бронированная, вообще ничего не делает, заметьте. Таня, она мобильная, конечно, но она вообще не выталкивает. Блядь, помойку, блядь, Александр. Ну Шурик, блядь, давай. Ломалка, толкай этого, блядь. Я вообще нас толкнуть не могу, вообще ничего сделать не могу. Так я же говорю, машина типа мобильная, но она, ну, не бронированная, вообще не толкает. Ебать. Ебать, оттолкнуло. На! Сейчас в бочину. Сюда! Вот меня тоже так же развели. Бля, Шурик, вот Шурик, я так же сдох. Да ёбана, блядь, чёрт. Александр. Шурик, я так же умер. Один в один. Так а ты видал, как его размансил? Ну да, типа назад. Задом сдал, бля, поймал на изичах. Бля, какой Шурик тупой, это просто пиздец. По-моему, фил, это был рандом.